Где прокомментируй? Вот все. Ну да, это мои. Даже не знаю, что сказать. Дали подержать реальный боевой пистолет Стечкин. Может, даже дадут пострелять. Ну, конечно, ощущения по сравнению с железякой мертвой. Не то, как с боевым, но... Ну, тут даже авторежим есть. Живой, как говорится. Хорошая цацка. Что-то он легче такой кажется. Полный магазинчик. Рискну все-таки. Первый раз вообще стреляю из боевого Стечкина. Очереди. Где приклад? Очередь выпьет, пока держишь или по три? Нет, пока держишь. Пока держишь. О, деревянный, у меня бакелитовый. Блин, я в камеру не попал. Это нечто, ребята, я вам скажу. Красотища просто. Так а что комментировать, в принципе? Но это, наверное, когда очередь уже немножко плясала, но вот есть. Значит, я несколько одиночкой давал. И несколько коротких очередей. Кстати, брыкается не очень сильно. Я, честно говоря, ожидал, что, ну, не знаю, что Стечкин там прыгает сильно, там удар какой-то, там, я не знаю, отдача большая. Нет, такой плавненький пистолет, очень такой мягенький, я бы сказал. Чисто стрелять очень комфортно. Ну, просто классно.